Весна пришла, кипит работа. Весь апрель в Самаре будет проходить традиционный месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. На Крымской площади рабочие моют пешеходные ограждения и тротуары, раскидывают снег, чтобы он быстрее растаял. Общественное пространство было благоустроено в 2019 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». С тех пор площадь стала любимым местом отдыха горожан. Однако вандалы портят внешний вид территории. Жители не совсем как-то хорошо относятся к нашим объектам. В каком плане? Что у нас есть беседки, у нас есть урны, у нас есть стенды. Ну, расписывают, поэтому мы сегодня уже здесь и приступили, значит, к покраске скамеек и плюс ко всему беседок. Также следом мы помоем еще беседки, то есть верха, то есть от грязи, от пыли, которая скопилась. Студентка Арина Маренкова живет рядом с Крымской площадью. Рассказывает, ее путь в университет лежит через сквер. Арина высоко оценивает труд рабочих. Говорит, когда вокруг красиво и настроение сразу повышается. Я считаю, что это необходимо нашему городу. Это очень важный труд сотрудников, кто занимается этим, безусловно, важен. Напомним, что именно жители выбирают, какой парк или сквер будет обновлен в следующем году. С 15 апреля по 30 мая 2022 года на федеральной платформе 63.городсреда.ру пройдет голосование за объекты благоустройства 2023 года. Чтобы отдать свой голос, необходимо пройти авторизацию через госуслуги или зарегистрироваться, подтвердив свой номер телефона. В голосовании участвуют 20 общественных пространств по всему городу. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События.